перец хабанера хот лимон. Очень редкий сорт и очень интересный. Смотрите, какие красавцы. Какое большое количество плодов. Это высокоурожайный сорт. Острота этого сорта от 30 тысяч до 70 тысяч. Это, как бы можно сказать, средний острый сорт. Высота этих кустов может достигать 1,5 метра. Очень интересный. Это в зависимости от всего, если будете выращивать в теплице, он будет очень высокий. Если вы будете выращивать в комнате у себя на подоконнике, он может достигать 40-50 сантиметров, как у меня, к примеру, в открытом грунте. Вот. Он здесь невысокий, где-то в пределах 50 сантиметров. Срок созревания плодов от 90 до 100 дней. Эти плоды с фруктовым вкусом. Очень интересный, необычный сорт. Вот он созревает такого вот зеленого и до ярко-желтого цвета. Это многолетнее растение. Его можно выращивать не один год. И необычные плоды. С него можно делать среднеострые соусы. Также его можно хорошо применять при консервации. Можно применять при засолке. Это среднеострый сорт. Вот такие вот у него плоды морщинистые. И средней толщины стенка. Очень интересный, необычный сорт. Всем, кто любит такую экзотику, можете выращивать. Вкус у него очень интересный, очень приятный. Немножко отдает цитрусом. И есть нотка пряности. Так что выращивайте. И удачи вам. Всем пока.